Добрый день, уважаемые автомобилисты! Приветствуем клиентов торговой сети «АвтоПаскер». Сегодня у нас обзор, тест и сравнение двух очень похожих устройств. Это комбо-устройства, оснащенные сигнатурным радар-детектором и видеорегистратором с отличным качеством записи. Оба устройства приближаются к верхней планке ценового сегмента и полностью соответствуют своей цене. Добротный, приятный пластик, мощные надежные крепления, функциональная производительная начинка. Компания «Инспектор» серьезно подошла к разработке устройств и вложила весь свой опыт в эти девайсы, которые вы можете приобрести в торговой сети «АвтоПаскер». Итак, давайте по порядку. Комплектация стандартная. У SCAT SE в комплекте присутствует провод для скрытого подключения устройства. Есть матерчатый чехольчик для хранения и переноски регистратора. Что касается набора креплений, то они одинаковы у обоих скатов. Есть присоска и шарнир на двухстороннем скотче. Также оба гаджета комплектуются стандартными блоками питания с подключением к прикуривателю автомобиля. Есть и USB-картридер в виде флешки. Инструкция, гарантийный талон. Комплектация SE богаче, но и цена устройства немного выше. Теперь давайте рассмотрим функционал подопытных. Радарная часть. Радар-детектор сигнатурный. Сигнатуры так же, как и базы радарных комплексов, обновляются с ПК. Результаты скатов сравнивали со знакомым вам из предыдущих роликов томогавком. Скаты улавливают сигналы ничуть не хуже детектора со стандартной антенной. Есть типичные режимы работы детектора. Город, город 1, город 2, трасса и IQ. Есть различия программной и аппаратной части. Режим IQ на SCAT S использует данные только скорости автомобиля, а вот старшая модель SCAT SE задействует встроенные электронные карты и координаты автомобиля. Очень удобно. Детектор сам определяет, в городе вы или нет, и выставляет нужную чувствительность. Детекторы фиксируют и предупреждают о всех радарных комплексах. Видеорегистратор с разрешением Super HD 2306 на 1296. Картинка очень хорошего качества. В обоих устройствах размещены одинаковые оптические сенсоры. Есть акселерометр-датчик удара. Благодаря этому датчику девайс определяет столкновение и помещает файл с видеозаписью события в нестираемую область. Есть встроенный аккумулятор и слот под карту памяти объемом до 256 гигабайт. Процессоры у младшей 700, а у старшей 790 МГц. Вместе с видео записывается трек движения автомобиля, который откроется в плеере, скачанного с сайта производителя. Претензий к качеству картинки не возникло. Изображения с обоих девайсов аналогичные, отличий найти не удалось. Электронные карты реализованы только в SCAT SE, предназначены для точного позиционирования автомобиля и используются режимом IQ радар детектора. Карту дорог можно вывести на дисплей регистратора, но отображаются только дороги. Здания и другие объекты не показываются. Дисплеи идентичны, большого размера. 3,5 дюйма более чем достаточно для видеорегистратора. Яркости и контрастности хватает практически для любых ситуаций. Сенсорное управление работает четко и корректно, просты в управлении. Эти и другие устройства производителя «Инспектор» вы всегда сможете приобрести в торговой сети «АвтоПаскер». Консультанты помогут разобраться в ассортименте и выбрать нужный девайс. Также вы можете заказать оборудование на нашем сайте. Есть доставка наложенным платежом и транспортными компаниями. Работают пункты самовывоза. Подробнее о доставке читайте на нашем сайте. Спасибо за просмотр. Хороших дорог и надежных автомобилей.